Привет всем! Вы на канале Фито, с вами снова Таня. Я продолжаю делать обзоры на целебные травы и растения, представленные в нашем магазине Fito.ua. И сегодня я расскажу про довольно-таки популярное средство по поддержанию здоровья. Называется это средство кукурузная рыльца. У нас вот такая вот упаковочка бумажная. Как всегда, здесь посередине идет прозрачная такая ленточка, через которую можно видеть внутреннее наполнение пакетика. Это высушенная кукурузная рыльца. Те самые такие волокна, которые находятся в початках кукурузы. Эти волокна высушивают, измельчают и применяют для решения проблем со здоровьем. Причем это средство такого широкого действия. Я даже читала про кукурузные рыльцы, что когда в семье вот вы варите кукурузу, то сливая воду, отвар кукурузы, вы, скажем так, выливаете в унитаз нужный и полезный, скажем так, для здоровья отвар. Что я здесь вижу в упаковке? Значит, выпускает это запорожская фирма, которая занимается профессиональным выращиванием, сбором и заготовкой травы растений целебных. Изучила вопрос, чем же ценны эти кукурузные рыльца. В первую очередь они являются таким ярко выраженным противовоспалительным средством. Плюс отлично выводит из организма лишнюю влагу, лишнюю воду, вот эти все застойные процессы. Кукурузные рыльца налаживают водно-солевой обмен, они помогают даже в переваривании пищи, улучшают работу желудочно-кишечного тракта, они снимают аппетит. Если выпивать это по полстакана каждое утро, то в течение дня будет меньше хотеться кушать. Что еще пишут? Понижает уровень сахара в крови. То есть диабетикам это вообще очень-очень показано. Причем кукурузные рыльца практически не имеют противопоказаний. Единственное их такое свойство, поскольку они помогают избавить организм от застоев такой влаги, да, жидкости, ее не рекомендуют употреблять, если человек очень истощен, если вот такое прям изнеможение, исхудавший человек. Ну, сейчас это можно редко встретить, конечно же, в нашем мире, слава богу. А значит, что еще про него интересного? Он помогает, он размягчает и выводит из желчного пузыря и мочевого пузыря песок и камни. Причем делает это очень мягко и безболезненно. То есть достаточно пропить курс, и вы увидите результат. Так, кроме того, его прописывают при заболеваниях легких, даже при туберкулезе он облегчает состояние и помогает побыстрее организму восстановиться. Как я уже говорила, помогает не только выводить камни, но если это не такой запущенный случай, что песок уже, а есть, например, только застои в желчных протоках, то он помогает помогает ее выводить, то есть он ее делает такой разжижать. Так, чтобы не было дискинезии желчевыводящих путей. В принципе, по противопоказаниям, да, ничего такого сказать не могу. И по кукурузе сама по себе она используется не только вот эти рыльцы, а еще даже вот отвар из початков очень ценен. Сама вот кукуруза как пищевой продукт, она очень ценная, полезная для организма. В общем, просто кладезь. А теперь по применению. Значит, настой на воде. 1 столовая ложка кукурузных рыльцев на 1 стакан кипятка. Нужно это залить и кипятить 1 минуту, потом 30 минут настаивать, процедить, и получается вот такой настой, который нужен натощак с утра выпивать целый стакан. Это то, что я говорила, налаживает обмен веществ, налаживает водно-солевой обмен, помогает выводить лишнюю влагу из организма, помогает избавиться от такого чрезмерного аппетита. Дальше, настойка на спирте. Настоять кукурузные рыльца на 70% спирте в соотношении 1 к 1. 2 недели в темном месте настаивать, процедить и по 30-40 капель в день 3 раза перед едой принимать. Вообще, в принципе, по таким спиртовым настойкам пишут, сколько лет, столько и капель нужно за раз принимать. В принципе, все. Еще слышала, что ванны принимают, ну это уже такое. В основном это ценится средство как для внутреннего применения, то есть пропивать.
это средство не является лекарственным. То есть это как комплексная терапия для решения проблем со здоровьем нужно использовать. По рекомендации врача, конечно, это пишут на всех упаковках. В принципе, все. Здесь сзади еще описано, как применять, такая памятка, чем ценны эти кукурузные яйца. Срок годности 2 года. Я вас всех приглашаю к нам на сайт Fita.ua, это наш магазин, вы там можете найти для себя большой ассортимент целебных трав и растений в самых различных формах, даже вот таблетированных и капсулированных. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте пальчики кверху, я буду записывать дальше много роликов про целебные травы и растения, про их свойства. Так что всем пока!